Ассаламу алейкум, мои братья и сестры, субханаллах. После аср намаза жизнь начинается в Мекке. Да, рынок начинает свое существование. Здесь продают сим-карты. Здесь продают. Все потихонечку раскрывают свои прилавки. Если полиция подъедет, все убегают. Заворачивают раз и все, убегают. Вот прям покрывало бросают и все. Бисмилля, торгуют. Говорят, в этом отеле сейчас, вот прямо вот в этом отеле сейчас заселилась, по-моему, Юлдуз Усманова. Это Примадонна Узбекистана. Это ролики видел, что она здесь, да, с группой. О, Аллах! Также мы тоже вернулись в город Джидда. Проехали за Мекку, то есть поехали, да, чтобы одеть ихрам. Альхамдулилля, проехали Микат, одели ихрам. И сейчас, иншаллах, идем совершать умру. Досматривайте ролик. Иншаллах, сейчас мы пойдем к Кабе по воле Аллаха и там тоже сделаем для вас ролик. Машаллах, сколько народа. Уважаемые братья и сестры мусульмане, строительство Краевой соборной мечети города Перми по адресу бульвар Гагарина, 74А, продолжается. Пусть Аллах Таля примет все ваши пожертвования, кто помогает в строительстве мечети. Пусть баракат даст ваши дома, ваши семьи. Пусть Аллах Таля доволен вами будет за то, что вы помогаете. Это большое дело, когда мы строим мечеть. Это когда мы строим, как пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что тот человек, который строит мечеть, участвует, он строит себе дом в раю. Пусть каждому из нас достанется то, к чему мы намеревались. И пусть Аллах Таля воздаст каждому по своим намерениям. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ну что, братья, альхамдулилля, сами слышали, да, имама Хатиба этой мечети. Мечеть на самом деле большой, альхамдулилля. Площадь очень огромная. Вот. Алхамдулилля, вот группа Таджикистана, машаллах, братья из Таджикистана, субханаллах. Группа с Турции, там еще группа стоит с Индонезии, альхамдулилля, смотрите, сколько народу. О, Аллах. Вот отсюда можете, видите, вот братья везут город Таиф, чтобы вы могли совершить умру, то есть выйти с Мекки, пройти Микат и вернуться обратно. Вот таких машинах они. Жара, субханаллах, очень жарко. Люди вот под зонтом сидят, кушают. Там берут фастфуд. Здесь можно посидеть, покушать, машаллах. О, столько женщин. Эта сторона полностью женщины. Еще с моста смотрите, сколько людей. Течет прям, течение. И отсюда. Вот если подняться вот в эту гору, обзор открывается очень красивый.
там вот люди сидят. Не знаю, сейчас я покажу. Вон они, люди. Ну, камера ночью хорошо не берется. Вот видите, да? Вот столько народу. Машаллах. Табарак Аллах. Пусть Аллах позовет каждого мусульманина, который делает искренние намерения, чтобы они оказались здесь, чтобы совершили хадж, паломничество, умра. Машаллах. Сегодня луна так красиво светит. Люди пьют зам-зам. Машаллах. А в этой стороне набирают зам-зам. Смотрите, сколько очереди, чтобы наполнить свои баклажки, да. Наполнить баклажки и дома пить. Машаллах. Ассаляму алейкум, мои братья и сестры. Альхамдулиллахи раббиль аламин. Находимся в Медине, Масджидуль ан-Набави, рядом с посланником, саллаллаху алейхи вассалям. Братья, иншаллах, кто если хочет совершить хадж или умру, обязательно пишите в WhatsApp по этому номеру. Каждые 15 дней, иншаллах, у нас есть туры. И также отдельно можете семейный тур заказать. Это тоже, иншаллах, мы обеспечим. Брат, скажи на таджикском пару слов. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бародарон азиз, шумо метонен дар Мадина ва хамрохи гурухови мо биёин умра кунен ба забони таджики. Шумо ро хама ҷо нишон медем, иншаллах. Забони таджики ҳам ҳаст, забони қирғизӣ, забони русӣ ҳам ҳаст ва забони узбекӣ ҳам. Шумо ро умра мекунонем, Макка мебарем, дар Мадина отел, ҷой, такси. Агар бихоин оилавӣ ҳам биёин, мо услугае дорем, стандарт, эконом, бизнес стандарт ҳам дорем. Шумо метавонед ба ҳамин номеро занг занед, ҳамаша аниқ кунед. Иншоаллоҳ мо 24 соат дар связ ҳастем. Брат, это наш руководитель, путеводитель, альхамдулиллах. 24 на 7 вы будете рядом с ним. Он будет рассказывать, показывать полностью Мекку и Медину. Брат, пару слов, бисмиллях. Бисмиллях, альхамдулиллах. Вот, ким ки айла васили милан келадиган боса, айла билан келиш хохласа, фарзанд, онаси, айласи. Келадиган боса, унака нималарымызан бар, пулларымыз иншааллах аддина. Бизнес класс, таксиларда алып бирамиз. Агар көпчилик боса, старыйклар машиналарда алып бирамиз иншааллах. Мархамат. Маша акамыз ракамларга телефон кыласылар. Худо халаса, ҳар ҳафтада ям алып келамиз, ҳар 15 кунда. Эң узагы 15 күн, һәр һафтада турмыз бар иншааллах. Иншааллах, братья, пишите, уточняйте всю информацию через WhatsApp. Иншааллах, я сам все отвечу, и мы с вами договоримся. Всем ассаламу алейкум.